Глухарь. Птица-глухарь представляет семейство фазановых и отряд курообразных. Это самая большая птица отряда куриных, а также самая крупная пернатая дичь, обитающая в лесных массивах. Мужские особи, как самые крупные по сравнению с женскими, могут иметь длину тела до 1 метра, а то и больше, при весе до 7 кг. У самцов достаточно сильный и изогнутый клюв светлого оттенка, а также сравнительно длинный хвост округлой формы. У самок клюв несколько меньше и отличается более темным оттенком. Хотя хвост также имеет закругленную форму, на нем нет характерной выемки, как у самцов. Самцы также отличаются наличием своеобразной бороды в виде перьев, растущих под клювом. Область брюха, а также боковые части туловища обычно темные, хотя у некоторых особей проявляются белые пестрины. Глухари предпочитают вести оседлый образ жизни, редко совершая сезонные перемещения. Эта птица в полете выглядит достаточно тяжело, поэтому глухари не совершают длинных перелетов. В основном они перебираются с высокогорных ландшафтов в низины и обратно. В основном ведет древесный образ жизни. На деревьях птица кормится, а также ночует, час от часу, появляясь на поверхности земли. В летний период глухарей можно увидеть рядом с ягодниками, ручьями и муравейниками. Находясь возле какого-либо ручья, птица заглатывает мелкие камни, которые помогают птице переваривать более грубый корм в виде почек, листьев или молодых побегов. В зимний период глухари стараются ночевать в сугробах. Для этого они на лету или с дерева как бы таранят сугроб. Оказавшись в нем, глухари засыпают. Когда холод особенно жестокий, глухарь находится в таких укрытиях сутками, где температура градусов на 10 выше, чем вне подобного укрытия. Зачастую подобные убежища превращаются в своеобразные склепы, когда мороз сменяется плюсовыми температурами и появляется ледяная корка. В разгар зимы основу рациона питания этих птиц составляет сосновая и кедровая хвоя. Обычно в полдень глухари отправляются на поиски пропитания. Если наблюдается дефицит сосен и кедров, глухари переключаются на питание хвои, пихты и можжевельника, на молодые побеги и почки лиственных пород деревьев. В летний период меню глухарей более обширное и включает чернику, стебли и ягоды, ягоды как зреющие, так и перезимовавшие, соцветия и семена различных растений, траву и листья, побеги различных растений и древесные почки, беспозвоночных, в том числе насекомых.